Ее нужно добиться. На музыку композитора Филиппа Гласса. Их произвольная программа. Ну что ж, итальянцы здесь, в Канаде, выглядели куда лучше, чем неделю назад в Соединенных Штатах Америки. Видно, что довольны они своим выступлением, и есть действительно чему радоваться. Вот такой любопытный момент, довольно редкий случай произошел накануне. Итальянцы и китайская пара, которая выступала перед ними, в короткой программе за технику получили абсолютно одинаковые оценки с точностью до сотой балла. 39,46 балла.
И то, что они в итоге оказались, итальянцы, вторыми, это благодаря чуть более высокой оценке за компоненты программы. Ну и в этом случае сегодня в произвольной программе тоже, возможно, оценка за компоненты может стать решающим в плане, кто же все-таки в итоге будет в итоговой таблице выше, итальянцы или китайцы. Да, оценка за компоненты программы где-то в среднем на полбалла выше у, за каждый компонент на полбалла выше у итальянской пары. Ну а за технику, все-таки, наверное, у китайцев оценка будет лучше. Но это связано с тем, что, во-первых, они четверную подкрутку исполнили. В целом, у китайцев программа была в техническом плане чуть более сложной. Здесь, конечно, итальянцев подвел прыжок параллельный, тройной сальхов. Сейчас будет повторе. Мы это увидим. Начали они здорово, исполнили вот этот каскад из трех прыжков. Вот сейчас мы смотрим. Тройной тулуп и два двойных тулупа. Неплохая подкрутка тройная. Ну вот сальхов. Сальхов, конечно, не показали нам его почему-то. Но решил показать поддержки. Поддержки действительно были. Особенно вот эта поддержка четвертого уровня. Великолепно исполненная. За которую они получают очень высокую оценку. 8,5 баллов. Хороший выброс. Да, вторая оценка у них будет выше. Но достаточно ли этого будет? Да, они все-таки опережают китайцев, набирают 124,54 балла. Как я и говорил, для того, чтобы опередить китайскую пару, нужно было им устанавливать свой личный рекорд, что они и сделали, превысив свое прошлое достижение примерно на 1,5 балла. Ну что ж, они уже как минимум вторые. А судьба золота сейчас в руках.